Алексеевич. Так. Доброволец. В настоящий период времени оказываю посильную помощь в содействии благотворительному фонду «Достоинство». Сегодня мы организуем выезд нашей самой популярной, известной музыкальной группы «Кубанский казачий квартет «Кумовья» во главе с Александром. И сегодня, в день празднования Дня защитника Отечества, хотим наших боевых товарищей поддержать кубанской казачьей песней, поднять боевой дух для того, чтобы они смело шли на врага и водрузили знамя победы, так же, как и наши деды над Рейхстагом, а они пусть ставят свой победный флаг над поверженными городами захватчиков. Ворон, споете? Ворона споем. Все, обязательно. Споем. Отлично. Про казаков. На концерте. Споем «Славянку». Все популярные в народе казачьи песни будут озвучены и представлены на публику нашим доблестным солдатам, доблестным героям, доблестным защитникам Донбасса. А вы могли бы сказать пару слов? Да, конечно. Еще раз хочу поздравить всех, пользуясь случаем, поздравить всех с Отечеством, с 23 февралем, а также хотим поднять дух вашим ребятам в дальнейшем, чтобы мир на века, закон был на века, чтобы больше мы не приходили к этому. Это перемирие было не словами сказано, а фактами, делами был закончен, и в каждый дом детский пришла дом. Спасибо, спасибо. Спасибо вам за то, что... Мир, победа, солнце, а Россия с вами. Мирное небо. Я не боюсь. Как у нас слова. Акция называется? Единство, свобода, мир. Единство, свобода, мир. Единство, свобода, мир. Приурочено. Правильно. К этому великому празднику. На концерт нам уже... Ребята, храбрые защитники Донбасса. Мы прибыли в Ване. Представляем вам нашу музыкальную группу, известную и популярнейшую кубанский казачий квартет «Кумовья». Они поздравляют вас с праздником, желают здоровья, счастья, победы над врагом и мирного неба над всем Донбассом. Счастья, успеха, с праздником вас, слушайте наши казачьи песни. Дорогие наши бойцы, мы все с гордостью смотрим, что вы, как и ваши предки, стоите у отчизны у ваших и сражаетесь за вашу родину. Дай Бог вам здоровья, мы все с вами, и Россия тоже с вами. Дай Бог вам здоровья. Но мы будем Одну песню. Какое же нам поздравление, вручение? Добрый вечер, дорогие друзья.
возле всех самых аутентичный кубанский казачий квартет, думаю я. И мы с гордостью, с огромной ответственностью, любовью сегодня приехали к вам по одной простой причине. Мы понимаем, как вам трудно, понимаем, как вам тяжело, но поверьте, что кусочек кубанской песни, настоящей, душевной, правильной песни, которую пели наши предки, а предки у нас с вами одни и те же, общие. Мы очень надеемся, что все это поможет вам в вашем нелегком ратном деле. Дай Бог вам здоровья. Но мы продолжаем историческую казачью песню, которая более 300 лет за лесом солнце воссияло. За лесом солнце воссияло, там черный ворон прокричал. Мы не приходили к этому. Это перемирие было не словом, словами сказано, а фактами, делом, делами. Закончен, и в каждый дом детский пришла дом. Спасибо, спасибо. Да. Спасибо вам за то, что... Мир, победа, солнце, а Россия с вами. Мирное небо. Я не боюсь. Как у нас слова. Акция называется? Единство, свобода, мир. Единство, свобода, мир. Единство, свобода, мир. Правильно. К этому великому празднику. Концерт нам уже не нравится. Ребята, храбрые защитники Донбасса, мы прибыли в Бани, представляем вам нашу музыкальную группу, известную и популярнейшую кубанский казачий квартет «Кумовья». Они поздравляют вас с праздником, желают здоровья, счастья, победы над врагом и мирного неба над всем Донбассом. Счастья, успеха, с праздником вас, слушайте наши казачьи песни. Здравствуйте, дорогие наши бойцы. Мы все... Здравствуйте, дорогие наши бойцы.
Добрый вечер, дорогие друзья. У вас в гостях самый аутентичный кубанский казачий квартет «Кумовья». И мы с гордостью, с огромной ответственностью, любовью сегодня приехали к вам по одной простой причине. Мы понимаем, как вам трудно, понимаем, как вам тяжело, но поверьте, что кусочек кубанской песни, настоящей, душевной, правильной песни, которую пели наши предки, а предки у нас с вами одни и те же, общие. Поддержать кубанской казачьей песней, поднять боевой дух для того, чтобы они смело шли на врага и водрузили знамя победы, так же, как и наши деды над Рейхстагом, а они пусть ставят свой победный флаг над поверженными городами захватчиков. Ворон, споете? Ворона споем. Все, обязательно. Споем. Отлично. Про казаков. На концерте. Споем «Славянку». Все популярные в народе казачьи песни будут озвучены и представлены на публику нашим доблестным солдатам, доблестным героям, доблестным защитникам Донбасса. А вы могли бы сказать пару слов? Да, конечно. Еще раз хочу поздравить всех, пользуясь случаем, поздравить всех с Отечеством, с 23 февралем, а также пытаемся, не то что пытаемся, а хотим поднять дух вашим ребятам в дальнейшем, чтобы мир на века, закон был на века, чтобы больше мы не приходили к этому. Это перемирие было не слово, словами сказано, а фактами, делом, делами был закончен, и в каждый дом детский пришла. Спасибо, спасибо. Спасибо вам за то, что... Мир, победа!